Командиром подразделения приступить к осмотру личного состава. Особое внимание обращаю на внешний вид, форменное бандирование, знаки отличия. В строевом смотре приняли участие сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД, патрульно-постовой службы полиции, сотрудники управления вневедомственной охраны и частных охранных предприятий. Также к охране общественного порядка на территории Ленинского района привлекается казачья народная дружина. Цель данного мероприятия заключается в том, чтобы проверить готовность личного состава к обеспечению охраны общественного порядка в предстоящих религиозных праздниках Пасха, Вербное воскресенье, Красная Горка. Личный состав ориентирован на пресечение всяких различных противоправных действий в отношении граждан, соблюдение мер личной безопасности, о вежливом культурном обращении с гражданами. У личного состава проверили экипировку, наличие удостоверения и нагрудных знаков. Также прошла проверка готовности и исправности транспортных средств и радиостанций. В ходе смотра были поставлены задачи каждому экипажу и разъяснены их обязанности в зависимости от места и условий несения службы. Товарищ майор, личный состав патрульно-постовой службы, несение службы готов. Согласно нормативам правовых актов УМВД России, совместные инструктажи должны проводиться не реже одного раза в квартал. По итогам смотра прошла торжественная часть, в рамках которой особо отличившимся сотрудникам полиции были объявлены благодарности. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.